30 команд участниц со всех уголков нашей страны, а также из России и Украины, приняли участие в международном турнире по плаванию «Брестский спринт». Это ежегодные соревнования, которые уже традиционно открывают новый сезон во Дворце водных видов спорта. Турнир зародился более 10 лет назад и, по сути, уже ровесник самого центра. Заявленные спортсмены есть, заявленные спортсмены высококлассные и мастера спорта международного класса. Поэтому уровень соревнований достойный. Соревнования такого уровня у нас проводятся 4 раза за год. За время своего существования турнир стал известен далеко за пределами Беларуси. И попробовать свои силы сюда традиционно съезжается множество спортсменов из разных стран. На этот раз на масштаб соревнований заметно повлияла эпидемическая ситуация. Но те участники, которые приехали из соседних стран, достойно представили свои команды. Я приехала из Сочи впервые на соревнования в Брест. Соперники очень сильные. Эмоции очень смешанные, то вроде бы как бы страшно, а с другой стороны, что волноваться, если уже бывало на соревнованиях. На этих соревнованиях я впервые, в принципе, также на выездных соревнованиях международного уровня. Соперники есть сильные, также вот из других стран, я познакомилась с девочкой из Украины. Бассейн на самом деле очень неплохой, очень хороший. Сам старт очень понравился. На протяжении 2 дней напряженной борьбы определялись лидеры на дистанциях 50, 100 и 200 метров. Соревновались в заплывах на спине, вольным стилем, брасом. В программе также был баттерфляй и комплекс. Результатом я очень довольна. Плавала за минуту 20, 100 метров кролем и проплавала за минуту 16. Я пришла плавать с 7 лет, и я об этом ни капельки не пожалела, потому что сейчас показываю такие хорошие результаты. Я первая проплыла, и я... Не знаю, как свою радость описать. Тренировалась долго, и мне соперники не такие же слабые они были. Сезон открыт мощно и ярко. Брестские пловцы достойно представили наш город и республику. Хочется верить, что несмотря ни на какие внешние причины, их спортивная жизнь будет насыщенной и полной побед.